Привет, дорогие зрители! Сегодня у нас очередная посылка из Китая. Как всегда, у нас здесь будут часики. Вот, шла она буквально 2-3 недели. Сейчас вам даже точно, если есть дата, да, видно. 18.02 она ушла, да? А сегодня у нас уже 6. Ну, скрываем. Так. Аккуратно все это делаем. Оп, упаковано. Хорошо. Так, вот такая вот коробочка пустая, да, запакована в пупырчатую пленочку. Тоже, да, вот такой вот черненькой коробочки. Открываем. Тут у нас еще куча. А, дополнительная батарейка. Ура, спасибо. Так, мешочек. Хорошо упакованная. Ну, вот такого плана часики, да, видим сейчас. Если сейчас сфокусируемся, то увидим, что тут надпись у нас даже есть. Михаил Корс, как видно, да. Вот такие вот часики, да, женские. Вот, под золото. Думаю, красиво смотрится. В черной коробочке. Вот так вот часиками. Да, вот с батареечкой. Вот такие вот плана часики. Все, ребят, спасибо за внимание. С вами был Вадим. Смотрите мое видео, подписывайтесь на канал.